Накануне юбилея Анжелика Варум выглядит роскошно. При росте 164 сантиметра ее вес всего 46 килограммов. Королева, но никто не увидит, но никто не узнает, кто, кто ее тайна. Тайны нет никакой. Уже много лет певица придерживается строгой диеты. Изнуряющие тренировки Анжелика не любит. Бегу предпочитает быструю ходьбу, зато сразу километров 20. Девочки умеют постоять за себя. Оружие к бою, высохла слеза. Накануне дня рождения Варум отправилась в Венецию вместе с мужем Леонидом Агутиным. Именно здесь они провели свое свадебное путешествие почти 20 лет назад. Половину сердца оставлю. С тобою половину неба закрою рукою. А познакомилась пара в 96-м. Агутин заглянул в гости к певице и ее отцу, известному композитору. Анжелика встретила гостя в облегающем полупрозрачном платье. Сделай первый шаг, лучше посмелей со мной. Послушай все в твоих руках. Варум и Агутин начали записывать совместные песни. Все были уверены, у них роман. На самом деле Леонид ждал первого поцелуя целый год. И случился он на съемках старых песен о главном. Я прошу, хоть ненадолго. Когда в 99-м году на свет появилась дочь, родители поняли, ни одно из придуманных заранее имен девочке не подходит. Пока вся семья выбирала имя, Анжелика называла ее кошкой. И до сих пор иногда называет так уже взрослую Елизавету. Лиза выросла и живет отдельно от родителей, пишет музыку и выступает собственной группой. А Леонид и Анжелика завели дома уже настоящую кошку. Теперь она встречает их с гастролей. Они вместе больше 20 лет. Леонид по-прежнему называет жену «девочка моя».